Привет, меня зовут Айдар, мне 14 лет. Я учусь в средней школе. У меня обычная семья. Папа, мама, младший брат и сестра, которым по 7 лет. Когда-то моя семья была счастлива, пока мои родители не развелись. Мама собрала вещи и ушла из дома, забрав нашу сестру. За малейший проступок отец поднимал на нас руку. Он стал регулярно употреблять алкоголь, из-за чего у нас быстро кончались деньги. Мы с братом часто оставались голодными, ходили в одной и той же одежде. Денег не хватало даже на покупку школьных принадлежностей. Прошел год. С каждым днем отец становился все агрессивнее, а наша жизнь превращалась в ад. Как-то я помогал своему брату с домашним заданием. К нам с криками зашел пьяный отец. Он начал ругаться, обзывать нас. Мой братик, обняв меня, начал тихо плакать. Я решил, что больше не могу так жить. Я пошел к мосту. Глубоко погрузившись в мысли, я не заметил, как оказался по ту сторону ограды. Я уже был готов попрощаться с жизнью. Я вспомнил самые счастливые моменты моей жизни. На моем лице появилась улыбка, и я сразу пришел в себя. Я представил, что будет с моим братом, если меня не станет. Я быстро перелез через ограду и пулей побежал домой. Вернувшись, я стал думать, как сбежать из дома вместе с братом, ведь с отцом жизнь невозможна. Я вспомнил, что в школе мы записывали телефон Давида. Незаметно вытащив телефон с кармана отца, я набрал номер. Мне ответила женщина с добрым голосом. Она все внимательно выслушала и попросила дождаться помощи. На утро нас забрали сотрудники органов опеки. Спустя несколько дней нас забрали в новую семью, где нам с братом было хорошо.